Кто Андрей. 51 годовой полицай. Все, ставьте стрель Лону в Цумонте. Так, послушай, стреля. Барменталь ушел. По тактике на босса. Будем все бить в РТД-зоне. Будет вешаться чума. Чуму нужно будет выносить к офтанку. Офтанк это медведь, он будет вот здесь стоять. Подиспелит у нас... Давай Полинор. Шкаф. Полинор не может стоять. Что мне сделать, Сань? Нет, ты не сможешь. Этот. Я подиспелил. Да, Ваня подиспелит. Так, подиспелит Ваня тогда. Нужно будет вынести. То есть вас ник услышали и сами следите. Чума повесила, поднесли к медведю. Вас задиспелили, сразу выбили на место. Так, на 70% у босса начинается перефаза. На перефазу сразу же забегаете сюда. Здесь будут появляться духи такие. На духах. Так все, ну смотри, или надо что-то с босса. Там 6400 замечено. На духах, под лицом духов никогда не стоите. Под лицом духов никогда не стоите. Дальше. Начинается вторая фаза, вам нужно будет забежать под босса. Подбежать под босса. Там будет... Босса всегда, запомните, бьете под спиной. То есть возле плаща стоите. Также будут у босса появляться валькирии такие. Валькирии берут человека какого-то и несут его к обрыву и скидывают. Когда я скажу вам всем разбежаться, то есть будет такой каст осквернения называться, я скажу осквернение. Ваша задача будет забежать на этот вот круг. Дальше него не забегаете. На одного человека будет вешаться череп. На него, то есть, вешается осквернение. Этот человек должен будет бежать к обрыву и разливать осквернение. Как оно разливается? Под вами появляется лужа, и вам просто нужно из нее выбежать. Вы эту лужу никогда не несете к людям. То есть, подойди какой-нибудь человек ко мне. Любой. Вон, Изморский подбежал. Вот, допустим, на меня повесилось осквернение, я убегаю вот сюда. Изморский убегает внутрь круга. Убегаю внутрь. Вот и все. То есть, видите, люди у вас на пути, выносите в другую сторону, но не выносите на пути валик. Никогда. И ваша задача просто убегать от этого осквернения. Это касается всей второй фазы. Потом, следующая фаза начинается на 40%. Сейчас я бафну тут. Следующая фаза начинается на 40%, то же самое. Стоим, убиваем духов. Во-первых, когда начинается вот эта перефаза на 40%, вам нужно будет подойти к краю обрыва. Вот сюда. Потому что кто не забежит, того и шотнет просто. Дальше. Будет появляться тоже 4 духа. От этих 4 духов убиваем, потом опять забегаем в центр. Босса опять же бьем под спиной. У босса добавится один каст. Называется жатва душ. Этого человека, там одного человека будет засасывать в комнату. На комнате нужно, если ты хил, нужно будет прохилить твоего союзника там и сбить каст. Ты для тебя там шоком забьешь каст этому духу. И будешь прохиливать своего союзника. ДДшникам нужно будет сбить тоже каст. Там вот, по-моему, собаками бывает. Вот. И всегда бегаете за спиной босса. Также у босса останется осквернение, как мы действуем в этот момент. Часть людей убегает влево, часть вправо. И человек, на которого вешается искривление, просто выносит от других людей. И все, так же выносит. И это весь босс. Ну, надо просто попробовать. И убить лом. Он не сложен. В обычке. Так, дайте, пожалуйста, кто-нибудь ГБ. Возьму масло. Спасибо. Дайте им P5 по локам. По стакаске могу дать. Марс, сейчас я тебе СПДшную фаску дам. Похер, сопрот СПДшную. Не успел взять, Маш, подожди. Все, кидай обмен. Да, сейчас у нас один по один, поэтому шнурки на ап все время ключи. Все, все готовы. Кроме Наоми. Чего не хватает? А рыбы не было, да? Не будет? Была рыба. Ну, сейчас я поставлю. Похуй. Не, ну сейчас поставлю, похуй. На, идите, ешьте, у кого рыбы. Тебе ДДК.
Рыбу поставил, поешьте у кого рыбы. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Спасибо. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость форт. Шаманы на МП5 ставьте, это тоже. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. Также. Человек на третьей фазе, когда будет жатва душ, я буду по очереди говорить, будете сейвы отдавать этого человека. И этот человек должен быть все время защитован, послушай, он там на третьей фазе. Зубы что же давать, правда? Да еще раз? Зубы же что же надо давать те, кто в жатву? Ну, в идеале, да. Будешь отдавать на первую, там, жатву зубы отдашь, потом айсбаунд нажмем. Припоты нажмите. Скажу, когда поездку закинуть. Закидывай. Вот, нужно будет выносить чуму к большому. Кусяло. Выбежал. Вот так к большому подносите чуму. Только смотрите к миликам, чтобы не подбежали близко. На милика можете перепрыгнуть. Антюха, забери пару мелких. Упала, говорит, чума. Через 6 секунд чума снова приготовь. 3. Послушай, выбежал. Берегитесь. 10% перефаза. Через 9 секунд чума. Три секунды чума, приготовились. Он у Маши. Маша, быстрее. Блять, надо было использовать. Не лезь БР, не Машу, и Нинер сразу. Маша минус, долго думал. Нинер Кусяло тоже залей по ней, и ребаф фул дали. Один процент. Побежали все на край. Враска играет по перкам. Я сейчас то помогу. Играйте по духам, под соу духов не стоим. Так, Андрей, как сможешь, дольешь Иннер по Полинору. А, Изморский по Буревестнику залей. Следующего духа Андрей заберешь ты. Андрей, ты висишь? Нормально. Следующего духа уфолог заберет. А Коля на лича бежит. Также духа введи в лича, и лича к духу введи, чтобы урон сразу был. Потом добьем сразу в центр. Под лицом у духа, напоминаю, никто не бежит. Через 5 секунд будет перефаза. Забегайте. Уже. Под лицо никто не идите к духу. Добили духа и подбежали сразу под плач к лечу. Валькни. Дали Геру. Играем по валькам. РДшники уже разбежали. Милики тоже. И готовьте скорость применения будет. После заражения. Под валик не несем. Осквернение побежало у сова. Отбежали от совы. Быстрее, бегай, хорошо. Валик добили. Стали под спину плечу. В лужу смотрите, никто не зайдите. Берегитесь. Тренируем через 12 секунд.
РДшники разбежались, милики тоже. Приготовились выносить Юи. От танка, в танк, танку не бегите, в центр сейчас аккуратно. Хорошо, по валькам играем. Каток зря разбили. Добьем печеньку. Видели сейчас потом к тем валькам. Акулу валькам кидайте. Да, замедляйте их. Трусам веди потом. Осквернение через 9 секунд, РДшники уже разбежались. Милики тоже. Бета-тестер выбежал, все в центр остальные. В лицом никто не стоит в спину. И в лицо никто не бьет. Ну то вы еще стоите этим ровно. По трусам играем. Трусы и печенька. Враг белок? По-моему, да. Так, разбежались, разбежались. Убираем ромб, я какого кидаю? Ромб играем, там не лок, минус этому человеку сразу оформите. Подбегите, ромб убейте. Не. Там лок далеко от портала. Кто в рэмбе? Сместились опять под спину ключу. Кто в рэмбе был? Первый, знаю. Не заметил. Мудро, разбежались, разбежались. РДДшники разбежались. Приготовились осквернение выносить. Машка вынесла под вальку, но ничего страшного. Меня разобьете в труса. Этот, или видели себя, Коля, уже к обрыву? Разбейте, к трусам веди ближе лича. Разбейте в трусах. После печенья. Сейчас осквернение... На круг не выбегайте, РДшники уже через ранжу держите, милики приготовьтесь. Все, разбежались. Джанк не прохил? Да, не прохил. Джанку подойди, Макса, дай БР. Подбежали к краю, там сейчас где лич стоит, и валик не бьете, бьете лича, Джанку только БР закиньте. Коля дашь фейсбаунд на перефазе. У меня КД. Джанк встань, рибаф. Подбежали сейчас, готовьтесь на край, зашли, подошли к краю. Сейчас появится лед, сразу на него забегаете. Забежали. Все, прохиливаем. Я сейчас помогу в раскате по сферкам поиграть. Полинор умер, блядь. А это от чего? Кусяво. Кусяво дай БР. И сразу инеры по нему закинули. Вставай, Илья. С другой стороны я не могу дать ему БР. А я под лечом лежу, я не пойму что. Да, он под лечом лежит. Ладно, потом поднимем. Сразу поднимите и нардадите. На кого идет ледяная сфера, тоже выбегайте из рейда. Так, не лезь, залей инер послушай. Не надо, не надо. Также на сферке не бегите сразу. Забежали все внутрь, на сферу только не бегите. И духу под лицо, если же вернули Полинора. Скоро будет затва, приготовьтесь. Сразу зубы это. Он в рот. Женька, Женька прокил. Пизда, блядь. Юй прокил. Буревестнику Вер, отдай. Дайте диспел, эти баны, блядь. Этот, осквернение будет, скоро выбейте. Приготовьтесь выбежать. Из морского все отбежали. И перебежали на другую сторону. Свободный БР дайте по зеньку. И все под спину, Андрей, делай видуха. Одну Геру. Геру уже дали. Умирали. Дайте еще одну Геру. Уфолога прохильте. Ука. БР по уфологу. Зелень не спасает? Сквернение. Разбежались осквернений. После духов сразу осквернение будет. Есть БР свободный по уфологу?
Полинор разбежались. Ваня, сейчас под бабом пойдешь духов словишь. Когда бабу на секру давался. Есть твой этот ход в тьму? Я могу попробовать под ШВ поймать чуть-чуть. Маг единственный под глыбой. Хильте шнурки под ШВ. Вернее, приготовьтесь. Вы не жались. Следующий не смогу поймать. Кто-то другой пускай. На Йоме есть уход в тьму? Алина. Тут тучка есть. Да. Что, значит, подставим перед духами и нажмешь, когда они подлетят. Нажми уже. Только ты вон видишь, как войд стал перед рейдом. 10% босса. Скоро осквернение будет, приготовьтесь. Жатва через 20. Последующую жатву у Коля отдаст. После духов будет осквернение. Вот джипси разбежались. Перебежали на другую сторону. Жатва душ, Коля, отдавай эсбаунд. Приготовьте прохиливать цель. Не чисто зубы, если есть тоже в нее. Мистер Бонда, прохил. Не потеряющий его только. Следующий человек, идите с духов словайте. А все, там войд ловит, хорошо. Осквернение через 9 секунд 4% у босса. Простите, подъем. Не, осквернение разбежались. Духи будут потом осквернение, скорее всего. Скорее всего, да, но... Враска, выбежали. Отбежали быстрее! Хорошо. На другую сторону перебегите. На всякий случай. 1% добивайте, ребят. Милики тоже. Все, молодцы. Что я могу сказать? А что диспелем, блять? На диспел вот только у прист. Ну вот, послушаем проблемы. Диспелем. Ладно, он первый раз. Быстрее. Есть еще шпешника, целых две штуки вроде. Три штуки. Ну, блять, когда. Штуки. Когда шпешники диспелят, это прям максимально глупо. Это должен хил делать. Когда редких диспелят вместо хилари шпешников, это лучше. Когда у меня мана заканчивается там за 5 диспел. Андрюха, ты себе за что ебать? Извините, конечно, но... Я не прожался, нахуй. Тори не мог вообще диспелить, поскольку щиты постоянно, накидывал на цель. Но у меня один тип прилетел на 10, короче, я скажу одно, блядь. Типа, я фул, короче, эти, блядь, духи, стою в немоте, нахуй. Когда вот, блядь, пошел дистанция, что могли просто прокатить, короче, ну, типа, я весь, короче, в рот, эти, в немоте. Зеленка — это не дебаф, который навешивается, который игнорится зеленкой, а просто урон идет. Я понимаю, но я был под незыбкой и зеленкой. Здесь, там, и мне прилетело один тик на 9 косарей, а второй тик на 27 косарей. Первый зеленка и второй без зеленки. Все. Ну, походу, да, зеленки недостаточно с незыбкой. Ну, да, еще стойку с кресла не будет. Я душу прожал и все, блядь, больше ничего не прожал. Думаю, вообще, типа, и так сойдет. О, прилив! И не трёшь. Мудрости. Он уже хорошо. Как будет драка, холики, маги, да? Нет, там же заебашили. А, нет? Да, мы дальше идем. Да там всего 6к можно побороть. Давайте игру маги-кобычку. Мы говорим маги кобычку и... Подождите, стоп, и пойдем, да, потому что мне никто токи нужен. Это первый раз. И заодно пообщаемся. То, что я хотел. Пошлите зломан один дернем. Сначала игру маги кобычку. Наркоман ты на ДЦ свой. ДЦ топ, вообще нахуй. Кстати, дубинка на танка нужна кому-то или нет? Сидел где дисплей, можно лайк. Дубинку не пешим. Ставлю 10 на ухо. Всех переселил нахуй. Чё в ЦЛК нахуй, чё тут заломали? Ай раз, ай два, ай три. Дай менг. Так, сейчас найду тебя. Вот рядом. Подождите, пока никто не уходите ещё. Сейчас я по статике сделаю.
и некоторые. Ченька, дальше. Воин, охотник, шаман. Женя, буревестник тебе на... О, да? Или на мои? А вам вдвоем на мои, окей, тогда я пойду вдвоем. Ну, вот стреля 200 раз. 202. 203. Ну, боже, ну что ты вот так медленно? Давай 300 раз. 302. 500 раз. 502. 503. Кидай обмен стреля квадратику. Где 500, да? Да. Еще одна такая же ченька. То же самое. Да, ну и ну давайте, кто дальше. Ну. Несколько мушу. 100 раз. 200. 300. Это не в одно время чисто. 400 буревестник. Раз. 400 буревестник. Два. 400 буревестник. Три. Кидай ментор. Квадратик себе поставил. Кому мне тесто шел? Мне. За 10. Так, джамп. Ты с двуручкой ходишь? Бля, так подожди, джамп, ты с двуручкой ходишь. Зачем тебе этот прилип? Так я поменяю. У тебя есть overall of hand? Да, слабенький, но есть. Мне просто меткости не хватает. Ничего, ну, кому-то ты... меткости не хватает. Хорошо, ты будешь прямо сейчас этот меч надевать. Просто пушек хватает, его может просто кто-то и другой забрать. Не обязательно я, хватает кому его забрать. Ну, то есть, если будешь прямо сейчас надевать, то забирай. Как ты и писал, 3400 писал. Ну ладно. Не, может он перебьет. Сейчас посмотрю, сколько у меня, подожди. У тебя 8 с чем-то там. 8800. Блядь, ну давай, топ-пушка. Хотя взлома не падает. Давай так, 5500. У него 600. Смотри, что это за ход за 50, Саша, ты что? Там пацанов душит, блядь, ставочка там по 200, по 1000, сам на 50 поднял, нахуй. А говорил, минимальный шаг вроде как сотка. Давай так, да. Давай так тогда. Садим, блядь. Ну, ставишь больше, да. Гаван забирай. Я думаю, тебе полезнее будет сейчас. Раз, два. Не, еще 50, Ваня, кими. Только только 350. Я посох этот уступлю в заломание, кто со мной пойдет. Вон, джамп пойдет. Потом тебе его выбью на файера. Пока в аркане этого... Если будет падать этот посох, я пойду с теми там. Я хую кому уступлю. Да ты с друидом моим. Не, так я не про это говорю, я говорю там. Там уже просто, я чую, будут прям ныть. Что это ДЦ, я буду его, блядь, ролить. Так, стоп, да, сейчас по поводу статиков. Смотрите, будет четвертая, седьмая, восьмая группа с Андреем, кто? Ну, сюда еще, туда еще Сосуна будет. Так, может, Дики может быть вторым танком. Если кого-то еще другого скажете, если что. Короче, пока ты раскидываешь, буду покурю. Да, еще вам Сосуна. Сосуна, это у вас сколько миликов? Мистера Бонда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, мистер Бонд. Все, Сацуна. Сацуна 7. Это куда сейчас? Сацуна 7. Шибиди 8. Это уже перебор по меткам что-то. Нет. Подожди, смотри, Марсес, Петя. Марсес, Петя, уфолог. Четыре кнопки, Будревен, Мистер Бонд, Скибиди, это Эрхам. Скибиди, Эрхам. Петя с Эфудикеем у вас будут заменены, то есть по очереди там.
Я могу в самом деле. Хуйня какая-то. Почему хуйня какая-то? Все равно всех ДКшников никуда не всадить. Их до хера слишком. Команда. Типа статик или снова вот это елозит туда-сюда. Да я говорю, я встанусь еще в 2 спека, кстати, по нахранству. Короче, хорошо, кто тебе тогда еще нужен? Я тебе на Йоми и не полино разобил. А? Нужен ДЦ желательно, или ДЦ? Да, ДЦ. Нам нужен и... ДЦ. Ну вот вам Void, ДЦ, Сацуна и Скибель. ХП? Ну да. Ну на Джипси еще. А Сацуна и ХП? Зачем нам ХП? Ну чтобы диспелил. 3% меткости еще. Халюхи, меткость, да. Он ДЦ, он задиспелит все сделает, типа, ну. А, если что, там я... Что, я вот это, захил, диспелил танку, почему не диспелит ХП? Классический. Смотри, у вас будет такой статик, ну там, допустим, там кто один, кто-то человек не сможет, к вам еще, это на меня замена, допустим, магу с отцу, топ-хайп, если там один кто-то не сможет, как замена, и FDK. То есть у вас вот эта вот вся пачка, плюс Сацуна Скибиди и FDK и топ-хайп еще. Да вчера так, я, короче, извини, что перебиваю, чувань выступил, потому что вчера, короче, касаемо диспелла, я просто не поменял скилл, типа, в этом. Буду. Меня по одному диспелило. То есть это было по одному диспелить? Это был первый вайп. Вот это типа, если хотите... Этого? Да я не против, ну типа. Мне главное, чтобы был ДЦ и силы, и все, это будет большим. Вы можете сейчас в ЗА пойти. Вместо FDK просто взять мана какого-нибудь хила. Ну, он буревестник, как пример. Но если вы не против, пошли, мне все равно. Мне похуй. Вы сами решайте, вы сейчас между собой уже договариваетесь, когда ходить. Короче, у вас еще Сацуна этот... Сацуна Скибиди и FDK ваш еще. Мой будет, мои будут. А пока у шнурки Джанг. Наёми Полинор. Форменталя заберу с собой. А, у него проходки, наверное, нет. Тогда я себе, короче, сделал из скриншота. Так. Это у Жени есть целим спек? Есть. Да, у Жени есть. Только, смотрите, блядь, это на первое... Пойди, сразу пройдемся, короче. Мерседес, он дамажит? Да, а. Вот эти все я тебе кину всех дамажащих людей. Прям все дамажит. Тут только я не дамажу. Так, Лок дамажит. Я почти дамажу. Войд дамажит, Мистер Бонд дебашит, Джипси, вроде тоже дамажит, или не дамажит. Джипси 9000, ну, бля, ладно. А топ-хайп, Владик, ты кнопки жмешь? Формально. Где тебе 5 учителей? Стандартный топ-хайп, чё? Не, короче, ну, просто, надо, чтобы все от десяточки хуярили, минимум, типа, 11 вообще минимум. Потому что там, блядь, не будет не рейда, а какая-то помойка, нахуй. Блядь, ладно, ДП. Ладно, чтобы нормально. Десятки. Я тебе сейчас скриншот скину, где там маг 20к на выходе дал, блядь, в вчерашнем рейде. Сложно дамажить. Паша, сейчас 17 скоро сложно. Этот, смотрите. Вот, первая, вторая пати, это я взял людей себе. Пока что. Это будут люди, которые со мной ходить. Но мне еще сюда паладин нужен. То есть еще несколько людей будет на замене. Там как это будет происходить? Несколько человек полутает шмот, другой пойдет. Плюс в Войда есть еще один персонаж. Он сходит. Сходит и тоже потом сможет пойрелить. И мы создадим еще третью стать. Сегодня идем куда-то, нет? Так, короче, я вот спрашиваю, вот Джипси ты сейчас точно не можешь идти, да, получается? Из 7-8 группы, получается, кто может идти сейчас в Луман?
Я до 17. Руки можете? Я хочу Грул Магик полутать, попытаться 2-3-4. Короче, давайте тогда так, завтра воскресенье идем. Воскресенье на сутках идем. Воет на сутках воскресенье. Я понял. Либо после Груля сейчас. После Груля Магика я сейчас могу пойти. Ну, смотри, ты можешь Джипси кем-то сегодня заменить, там, Дексиону взять, он тоже ебашит. Ему бой нормально дамажит. И на сегодня мон Марухича или Буревестника взять себе, похитлить. Ну, я понимаю, я иду в первой пачке, это тоже типа я танк, да? Да, ты будешь с танком вторым. Ну, я себе Вакати беру, он просто сегодня его еще нет. Чем мы стартуем сейчас? Время 2 часа. Короче, я делаю, блядь, сделай, короче, дай мне ассиста, и сделай, чтобы я видел чек, блядь. Если не готовы, то идем. Если нет, тогда, ну, будем что-то думать. Давайте, готов, кто не готов. Ставьте плюс и минус. Мистер Бонд не готов. Мистер Бонд не идет. Так все, он не готов. Завтра войны. Работа. У меня просто 2 часов. Бля, нет. Понедельник. В понедельник вы пойдете? Я готов в понедельник. Ой. Я в любой день, просто да, сегодня. Да. Мистер Бон, понедельник. Да. Понедельника по среду. Дистрионов, понедельник готов. А в понедельник во сколько? Ну, да, давай так же сейчас. Смотри. Время, час по серверу. Чем в 11? Ну, в час, как у нас РТ, как обычно. Хорошо. А вы готовы сейчас идти? Готовность из моих. Если готовы, то пойдем. Илья, нет? Я готов, Павел. А давай из тех вопросов, кто не хочет, пускай они идут. А мы все, кто хочет, и пойдем разъебем злом. Коля, ты тоже не хочешь, не можешь? Сегодня. Можно просто на этой неделе всех, кто не хочет, не может, выкинуть из рейда, и потом, кто останется, сходите. Смотрите, мне я вообще могу типа 2 раза сходить, только мне нужно при том сходить ЦМК-10 по фасту какой-нибудь день закрыть, я могу еще один состав потом сходить. Можем пойти одним составом сейчас сходить, если хотите, либо пойти так, как я предложил. Саня, вас спать себе с паладинов, если что. У нас есть еще Сацуна, есть еще Вакати. Фулл ЦЛК проходка, да. Вы в 20-ку короче, так. Я нихуя не понял, честно. Ну, типа, я могу на понедельник поставить, чтобы не бать ноги. Уже, короче, все сейчас выдохнут и все. Пошли тогда Груль. Пошли Груль Магик тогда по фасту. У кого нет КД, оставайтесь. И тоже за ИП будет небольшое количество. За... 13:00, блядь. Сань, я могу в ГМ пойти, но мне нужно сейчас минут на 5 отойти. Ну хорошо, идите, отходите. Оставайтесь. Не ливайте только с этого. Пати. Я